Здравствуйте, вы смотрите новости рынка Форекса, с вами я, Екатерина Недачина. Цены на нефть в ходе торгов в среду росли вверх. Для восходящей динамики причин было несколько. Изначально разочаровывающая статистика относительно объемов производства в Японии подтолкнула цены на нефть вверх. За январь производство сократилось на 2%, что привело к спаду на 1,2% в годовом выражении. Подливают масло в огонь и новости из Ормузского пролива. После заявления Ирана о возможном перекрытии важного торгового пролива, США наращивают военно-морское присутствие в этом регионе. Также была обнародована информация по коммерческим запасам горючего на оптовых складах США. Согласно предоставленным данным, запасы снизились на 916 тысяч баррелей. Как итог, после двухдневного падения цены на американскую легкую нефть начали восстанавливаться и поднялись к отметке в $107.40 США за баррель. Будьте в курсе новостей вместе с компанией InstaForex. Всего вам хорошего!